Привет всем! На обзоре дальномеры бренда S&Way, на этот раз серия S с возможностью измерения 50, 70 и 100 метров. В комплекте поставки светоотражающая панель, качественная сумка для хранения и переноски, темляк, провод для зарядки стандарта microUSB, руководство пользователя на английском языке, высокое качество материалов и отличное качество изготовления. Мощность лазерного излучателя 1 мВ и длина волны 635 нанометров. Чтобы заряжать дальномер, можно воспользоваться блоком питания на 5 вольт, но в случае зарядки обязательно должны быть установлены только аккумуляторные элементы питания. Есть бронзовая вставка для крепления на штатив. Первое включение и видим современный цветной дисплей. При нажатии кнопки Read начинается позиционирование на объект измерения лучом красного цвета, и еще одно нажатие производит замер. Рассмотрим функциональную кнопку Unit, который позволяет менять единицы измерения. Это может быть футы, дюймы, метры и так далее. Данная кнопка, от которого будем отталкиваться, то есть опорная точка измерения, в данном случае измеряется расстояние от кромки до объекта. В этом режиме производится измерение расстояния от середины прибора до объекта, а здесь в расстояние измерения закладывается и длина самого прибора. Еще одна функция измерения – выступающая планка в роли глубиномера. Здесь также в измеряемое расстояние закладывается длина самого прибора и выступающей планки. Для экономии заряда предусмотрена функция энергосбережения. Видим, экран становится тусклым. Удержание данной кнопки позволяет включить таймер. Отсчет можно выставить максимум до 60 секунд. Функция сложения и вычитания. Работает все предельно просто. Прибор все сам автоматически вычисляет. При желании все это можно сохранить. И для каждой записи есть своя ячейка памяти. Отличная повторяемость и точность. С помощью кнопки Clear можем стирать показания. А удержание выключает прибор. В разделе меню в первую очередь можем менять время, при котором прибор переходит в режим энергосбережения. Настраивается максимум до 60 секунд.
Вторая строка – это время позиционирования луча. Третья строка – 300 секунд – это время автоматического отключения прибора при бездействии. Следующая строка – отключаем-включаем отклик нажатия кнопок. В разделе «Юнит» можем выбирать единицы измерения. И в разделе «Углы» можем выставить либо процентное соотношение, или же градусы. И крайняя строка – строка калибровки. Если нет доступа к эталонным шаблонам, то эту функцию лучше не трогать. Теперь рассмотрим функцию измерения площади прямоугольника. Получаем значение длины, ширины и площади в метрах квадратных. Следующая функция – измерение объема прямоугольника. Для получения точного результата нужно следовать подсказкам прибора. Здесь тоже можем видеть значение измерения. Получаем итоговый результат в кубических метрах. Функциональная кнопка треугольника. Здесь всего одним нажатием кнопки измерения можем получить все размеры отрезков треугольника. Это все благодаря работе встроенного угломера. И, как видим, всего в один клик можем получить сразу 4 результата. Это угол в градусах, значение первого катета, значение гипотенузы и значение второго катета. В данной функции более точно можем находить вручную все три стороны треугольника. И смотрим первое значение гипотенузы, второе значение – это значение второго катета, и третье значение – это значение неизвестного катета. В следующем треугольнике можем узнать диагональ с помощью измерения двух катетов. В более сложном треугольнике сперва измеряем все три отрезка согласно подсказкам прибора. В результате получаем значение измерения вот этого отрезка. В разностороннем треугольнике, чтобы получить значение измерения вот этого участка, надо снова следовать подсказкам прибора. Это очень полезная функция измерения труднодоступных участков. Например, с улицы дистанционное измерение второго этажа. Следующая очень полезная функция – это, измеряя три отрезка, получаем площадь треугольника в метрах квадратных. Отличная реализация электронного варианта уровня. Спокойно можно выставить плоскость в абсолютный ноль. Прибор очень энергоемкий. Смотрим, как быстро разряжает элементы питания. Протестируем, какие результаты тока потребления данным прибором. Для начала подаем всего 3 вольта напряжения. Прибор, естественно, не работает, но есть стартовые токи. На 4,5 вольта прибор нормально функционирует, но, как видим, есть большой ток потребления в пределах 200 мА, свойственный большинству дальномерам. А при переходе на энергосбережение смотрим, токи потребления падают в 3 раза. Пробуем опасное значение 6 вольт для данного прибора. Прибор нормально работает и падают токи потребления.
Еще один очень важный момент – потребление тока прибором в выключенном состоянии. Проверяем все нули. А вот в режиме микроамперов видим, есть мизерные токи потребления. В линейке бренда S&Way мне больше всего понравилось два прибора. Это данная модель и модель с зеленым лучом. Очень хорошие приборы. Спасибо всем за подписку и комментарии. Пока-пока.